Уважаемые участники Гайдаровского форума, дорогие друзья, мы начинаем нашу сессию, посвященную вопросам борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исчерпан ли весь арсенал решений? К сожалению, наша сессия проходит онлайн, как и большинство сессий сегодняшнего дня. Должен сказать, что от этого я очень надеюсь, что острота дискуссии и важность тех идей, которые мы сегодня будем формулировать и обсуждать с моими уважаемыми участниками, она меньше не станет. Вообще, Гайдаровский форум мы всегда ждем января. И должен сказать, что для меня лично это та площадка, где действительно можно довольно остро поговорить о актуальных вопросах, высказать смелые идеи, заглянуть туда вперед, за горизонт, по крайней мере, с горизонта планирования один год. Я очень надеюсь, что и сегодняшняя наша дискуссия, она будет созвучна тем идеям и традициям, которым всегда славится Гайдаровский форум. Я очень рад приветствовать вас всех и хочу с удовольствием представить сегодня в студии коллег, которые вместе со мной будут обсуждать вопросы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заместитель министра здравоохранения Павел Сергеевич Пугачев и директор Центра экспертизы качества медицинской помощи Минздрава России Виталий Владимирович Амельяновский. Я рад вас всех приветствовать. Добрый день. Дорогие Добрый коллеги, вечер. Конечно, у нас сложный год был, 2020-й, и когда мы сегодня говорим о тех резервах, которые использовали или должны были использовать, или будем использовать для снижения сердечно-сосудистой смертности, мы всегда должны посмотреть, с чем мы подошли к 2020 году. Конечно, это были годы, последние около трех лет, годы реализации национальных проектов, которые сформулированы указами президента. И я должен сказать, что нам многое удалось сделать в 2019 году, и даже начало 2020 года, оно, в общем, было довольно оптимистичным. Павел Сергеевич, может, вы тогда начнете с тех достижений, которые имела система здравоохранения в 2019, в начале 2020 года? Да, Евгений Владимирович, ну вот я позволю себе привести те цифры, которые мы имели на начало 2020 года. И, в принципе, у нас цель национального проекта здравоохранения – это сокращение смертности от болезней системы кровообращения. И надо сказать, что эта цель, она достигалась вот вплоть до 2019 года. Там те показатели, которые были, они показывали очень хорошую положительную динамику. Если посмотреть на показатели смертности от инфаркта миокарда, с 2017 на количество инфарктов на 100 тысяч населения с 40 это показатель снизился до 36,8. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения с 92,9 до 86,2. Больничная летальность точно так же сокращалась. И при этом у нас росло число рентгеноэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях. Количество рентгеноэндоваскулярных вмешательств, они у нас увеличились первые с 36 до почти 52, а вторые со 199,7 до 253 тысяч единиц. Поэтому те показатели, которые мы имели, они говорили о том, что те мероприятия национального проекта и федерального проекта, которые были предусмотрены, они показывают свою эффективность. Павел Сергеевич, я вот тоже был вовлечен по роду своей деятельности, как и руководитель НМИЦ, и как главный кардиолог в ситуации в регионах. Должен сказать, что мы видели действительно позитивную динамику, но что еще обращало на себя внимание? Очень стремительное развитие цифровизации в регионах в 2019 году. И мне кажется, что вот те изменения, которые были связаны с цифровизацией, с готовностью систем здравоохранения, учреждений, они тоже, в общем, были таким драйвером позитивных изменений, с одной стороны, в 2019 году, и, наверное, были залогом того, что эти регионы лучше переносили те трудности, с которыми связались в 2020 году. Поэтому вот вспомним, что федеральный проект создания цифрового контура тоже входил в национальный проект. Да, безусловно, потому что, по сути, это та базовая инфраструктура, те сервисы, которые мы можем благодаря тем мероприятиям, которые были реализованы в те годы, создавать. И, собственно, то, к чему мы, с чем мы подошли, и регионы подошли к пандемии, позволили нам достаточно эффективно с ней бороться. А о чем я сейчас говорю? Безусловно, это цифровизация самих медицинских учреждений и ведение медицинской документации в электронном виде. Это оснащение их компьютерной техникой, каналами связи,
связи, подключения к интернету. У нас в рамках федерального проекта и здравоохранения, национального проекта и проекта «Цифровая экономика» все медицинские организации были подключены к интернету. Да, и в 2019, и в 2020 году они подключались к защищенным каналам передачи данных. Поэтому мы, по сути, создали такую сеть, на которую мы можем опираться, да, при взаимодействии с медицинскими организациями. Были созданы федеральные системы, на базе которых мы, собственно, можем коммуницировать и с медицинскими организациями, и с медицинскими работниками. Поэтому, конечно, те сервисы, которые мы в 2020 году создавали в достаточно быстром режиме для борьбы с пандемией, мы не смогли бы сделать, если бы тот вклад за предыдущие годы, который был сделан, отсутствовал. Спасибо. Я должен подчеркнуть, что вот в 2019 году, уже обращаюсь к Виталию Владимировичу, было тоже очень много сделано по оцифровке и клинических рекомендаций. И начались работы по формированию стандартов. Виталий Владимирович, вот несколько слов об этой части, которая тоже была очень важным, составным, важным элементом реализации федеральных проектов. Ну, тут, уважаемые коллеги, наверное, надо обратить внимание, что когда мы говорим о национальном проекте, там действительно было несколько драйверов. Один из драйверов был информатизация, другой драйвер был связан с внедрением системы клинических рекомендаций. К тому моменту законодательно был закреплен статус клинических рекомендаций как основного ненормативного документа, который определяет оказание медицинской помощи. И в этом смысле вот эти два параллельных начинания, в какой-то момент они неизбежно должны были пересечься. И когда мы говорим про информатизацию системы здравоохранения, информатизацию, которая через сервисы определяет оказание медицинской помощи, качество оказания медицинской помощи, то мы неизбежно столкнулись с необходимостью оцифровки или декомпозиции клинических рекомендаций и порядков оказания медицинской помощи, я еще скажу, критериев качества оказания медицинской помощи. То есть все те основные параметры или элементы, на которых строится, выстраивается система оказания медицинской помощи. И действительно, два года назад началась эта работа. У нас появляется все больше и больше клинических рекомендаций, причем изначально они шли по онкологии, сейчас они идут уже по другим профилям, по кардиологии, много было сделано. И все клинические рекомендации, которые проходят процедуру, которая сегодня утверждена законодательно, они все требуют своей оцифровки с тем, чтобы они обеспечили преемственность той информации, которая собирается на уровне медицинских информационных систем, и той системы, которая сейчас формируется Министерством здравоохранения, а именно вертикально интегрированная медицинская информационная система. То есть эта задача сейчас поставлена, уже сегодня достаточно много сделано, но, конечно, сделать нам предстоит больше. И в этом смысле национальный проект, как бы побуждая и разработку клинических рекомендаций, и их оцифровку, и разработку вот такой информационной системы, они приводят к тому, что мы сможем более прозрачно, более четко видеть, что происходит в нашей системе здравоохранения, и оценивать ее, насколько она соответствует клиническим рекомендациям, как она вписывается в критерии качества, в порядке оказания медицинской помощи, ну и многие другие параметры. Спасибо большое. Ну вот сейчас мы подошли уже к самому началу пандемии. И, конечно, в самом начале вы все помните, что мы действительно воспринимали коронавирусную инфекцию, прежде всего, как инфекцию. Но очень быстро стало понятно, что основным, скажем условно говоря, узким местом и этой инфекции, и вообще последствия этой инфекции, является болезнь системы кровообращения. И мы видели, что для системы кровообращения вообще эта пандемия, она стала черным лебедем. То есть таким явлением, неизвестным явлением с непредсказуемыми последствиями. И мы довольно быстро осознали, что и смертность от инфаркта, от инсульта, от сердечной недостаточности, я бы сказал, и прямое влияние пандемии, и опосредованное влияние, и влияние психологических факторов, связанных с пандемией, изоляция, вот это все оказывало действительно негативное влияние на ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И тот задел, который мы даже имели в начале 2020 года, а я помню, мы все радовались, снижение смертности от БСК в целом было около 3%, чуть даже больше, чем 3%. Традиционно всегда у нас в начале года есть рост смертности, но здесь мы видели даже снижение. И, конечно, эта ситуация изменила работу госпиталей, изменила работу первичного звена.
мы все думали о том, чтобы уменьшить риск заражения персонала. Пациенты боялись обращаться в учреждения. Перепрофилирование. Вот это все, конечно, безусловно, стало влиять на систему оказания медицинской помощи. И я тут опять хотел бы попросить Павла Сергеевича несколько слов сказать о цифровизации, которая вот в этих условиях всегда пандемии трудностей, всегда это, в общем, я бы сказал, время для инноваций и для роста. И мне кажется, что вот цифровые технологии получили такое стремительное развитие, которое никогда раньше не было за 2020 год. Павел Сергеевич. Безусловно. Потому что действительно мы подошли с одной стороны с некой базовой инфраструктурой, которая была в медицинских организациях. С другой стороны, нам нужно было, ну, та дискретность сбора данных, принятия решений на основе тех данных, которые собираются, она была немножко в другом ритме. Ну, это я так мягко говорю немножко, потому что статистика у нас собиралась с регулярностью раз в год, да, и, конечно, такая информация и ее актуальность, ее полнота не могла использоваться для принятия тех решений в условиях пандемии, которые нас жизнь поставила. Поэтому нам нужно было действительно принимать очень быстрые решения для перепрофилирования медицинских организаций, для обучения медицинских работников, потому что не было необходимого количества анестезиологов, не было инфекционистов, которые готовы были работать в красных зонах. И в этом смысле здесь цифровизация совершенно в разных аспектах нам пришла на помощь. И с точки зрения технологий дистанционного образования, потому что в сжатые сроки мы обучили 1,5 миллиона медицинских работников и как работать в красных зонах и, собственно, другим каким-то вещам, которые были в этот период необходимы. И с точки зрения сбора информации о коечном фонде, о медицинских организациях, которые требовалось перепрофилировать. Очень важное решение было еще в самом начале создать единые ресурсы, единый источник информации, сайт StopCoronavirus, который заработал с самого начала пандемии, потому что в публичном пространстве эта пандемия тоже показала, что, ну, подача информации, своевременность подачи информации, она всегда играет для того, чтобы и снять панику, и разъяснить гражданам для того, как себя вести в этих условиях, чтобы снизить заражение. Да? И очень важным инструментом, который нам помог на том этапе, и он помогает нам до сих пор, это регистр заболевших коронавирусной инфекцией и пневмонией, который, по сути, нам позволил управлять изменениями в режиме реального времени. То есть мы видели на основе тех данных, которые поступали от регионов, где ухудшается эпидемическая ситуация, какая у нас пропорция пациентов, которые находятся на госпитализации, на амбулаторном лечении, и, собственно, рассчитывать и оценивать, планировать те меры, которые позволили бороться с пандемией с точки зрения выделения лекарств на амбулаторном этапе и с точки зрения загрузки коечного фонда, где необходимо было вмешиваться, потому что на основании тех данных мы, собственно, и высылали и бригады из федерального уровня, которые помогали регионам наладить и маршрутизацию пациентов, и работу с ними. Я хотел бы подчеркнуть, что, наверное, такие сайты Stop Coronavirus, они были в других странах, наверное. Но вот, мне кажется, такой федерального регистра, где можно было видеть каждого конкретного пациента в любом стационаре, в любой точке страны и смотреть, как он обследуется, как он лечится, как получает или не получает противовоспалительную терапию. Мне кажется, вот это была уникальность, это достижение и заслуга, мне кажется, нашего Минздрава. Я тут абсолютно поддержу, потому что в условиях, когда нам нужно было анализировать эту информацию, и инфекция была до конца не изучена и тогда, и сейчас еще много вопросов, которые остаются, возможно, там какой-то объем информации мы собирали избыточный. Но сейчас мы видим, что благодаря этой информации тот массив данных, который мы собрали, он поистине уникальный, и с точки зрения изучения коронавируса в принципе в мировом масштабе. Я должен сказать, что, ну, имея опыт работы в Санкт-Петербурге в рамках межведомственной медицинской рабочей группы, мы постоянно обращались к федеральному регистру для того, чтобы понять, как ситуация в городе происходит, в различных учреждениях. Когда поступают больные, в каком состоянии, своевременно получают или не получают. Это, конечно, было одним из вызовов, связанных с коронавирусной инфекцией, не считая вызовы, связанные с коечным фондом,
вызовы, связанные с недостатком специалистов. Вот еще одна была проблема, Виталий Владимирович, мы с ней сталкивались и, в общем, довольно быстро как-то смогли решить. У нас не было ведь клинических рекомендаций. Что называется, приходилось решать сходу. И вот это наш сколёз, да. И наш традиционный подход, который, кстати, вы тоже исповедуете, заставляете всех наследовать доказательной базе, он, в общем, в этой части-то не работал. И нам приходилось опираться на опыт и других стран, и наших коллег, которые раньше вступили в историю борьбы с ковидом. Значимость регистра, наблюдений. Вот, пожалуйста, Виталий Владимирович. Ну, Евгений Иванович, тут, наверное, трудно говорить, поскольку весь мир впервые столкнулся с ковидом. Понятно, что ни у кого не было. Единственное, у нас был запас по времени, несколько месяцев, которые, в общем, мы смотрели опыт зарубежных стран. И тут в свое время у нас стала дилемма. Да? Врачи абсолютно безоружные, они не знают, как лечить, как к этой инфекции подходить, как быть с этими больными. И тут встал вопрос о том, что надо разработать какие-то рекомендации, гайды, как быть. И здесь встал вопрос, и даже были определенные поручения о разработке клинических рекомендаций. Но мы с вами знаем о том, что все-таки клинические рекомендации, они строятся на принципах доказательной медицины, где оценивается уровень доказательности, уровень убедительности данных. А по ковиду таких данных просто не было и быть не могло. Поэтому я считаю, что и здесь, в общем, наверное, это министр взял на себя ответственность. Он сказал о том, что мы не будем делать клинические рекомендации, а мы запустим систему методических рекомендаций. То есть клинические рекомендации у нас могут разрабатываться не чаще, чем раз в полгода. А при очень динамичном накоплении данных по лечению ковида это никак не подходило. Поэтому был выбран формат методических рекомендаций. Сейчас их уже более 10, которые с частотой каждые 2 недели или месяц они создавались новые. Была сформирована рабочая группа, причем мультидисциплинарная рабочая группа, потому что ковид дает осложнения на разные категории, заболевают разные пациенты разных возрастных групп. И вот это вот методические рекомендации, которые были сделаны, которые очень быстро обновлялись, которые в том же дистанционном формате собирались специалисты, отрабатывали новые посылы, анализировалась литература, анализировалось, что рекомендует международное сообщество, что отдельные страны, что Россия. И мы вышли фактически на тот, в тех ситуациях и еще сегодняшней ситуации, это единственно возможный механизм разработки подходов по лечению для оповещения врачей, какую тактику избирать. Сегодня это очень высокочитаемые документы, которые являются настольной книгой для всех врачей, которые сегодня работают и в красной зоне, и вокруг красной зоны. Но это действительно вот тот вариант, который был сделан. И я еще хочу обратить внимание. Мы все в условиях ковида столкнулись с ситуацией, когда появляются новые технологии, старые с новыми показаниями, абсолютно новые, которые не имеют надежного опыта использования при ковиде. Тем не менее, мы их запускали в режим и отрабатывали благодаря тому регистру, который был сформирован Минздравом. И в этом смысле тут все как бы перемешалось. Мы говорим о том, что если бы у нас не было задела по информатизации, мы не смогли бы так быстро отреагировать на вызовы. Но с другой стороны, благодаря вот этим вызовам ковидным, наша информатизация теперь побежит намного быстрее, чем если бы не было ковиду. То же самое и здесь. Сегодня, понимая, что это проблема, когда у нас нету принятой доказательной базы по эффективности препаратов, технологий, скажем так, при ковиде, тем не менее, мы их запускали. И я думаю, что вот этот опыт применения технологий завтра будет также использоваться, наверное, с определенными ограничениями, но он позволит нам обеспечить доступ к инновационным технологиям быстрее, чем это шло вчера. Потому что весь мир после вот этого ковида, как мне кажется, будет бежать быстрее. И я думаю, что мы это увидим. Спасибо большое. Можно, Евгений Владимирович? Да, конечно. Я добавлю, потому что очень важно, что действительно ковид изменил отношение к данным, да, потому что та динамика, в которую он заставил нас принимать решения и действовать, у нас не было времени на ожидания, и нам нужно было научиться доверять, да, научиться быстро эти данные собирать, эти данные обрабатывать и принимать на этих данных решения. Как только ты понимаешь, что это так, это совершенно другой уровень ответственности и за качество этих данных,
И регионы, и медицинские организации, они понимают, что это не просто отчет, который они отправили и который где-то там будет использован. Это данные, которые пойдут в том числе для выработки более эффективных мер лечения. Да? Геннадий Владимирович, и проблема, которую мы знаем с вами с данными реальной практики. До ковида были традиционные подходы GCP, как надо изучать рандомизированные исследования и так далее. После ковида, я думаю, что при принятии решений о доступе, то есть не о доступе, а о допуске той или иной технологии, реальные данные по опыту ковида, они будут более востребованы. Я тоже думаю, что это время ближайшее. Я с вами здесь абсолютно согласен. Я тоже вовлечен во все эти процессы подготовки клинических рекомендаций. И уже давно появлялись разговоры и мнения, что пора уже отходить от традиционных подходов, связанных с доказательной базой, ориентироваться на реальную клиническую практику, на регистры. И, конечно, вот эта ситуация, она здорово продвинет. Когда у нас появятся регистры, которые сейчас запущены с новой силой, и если ВИМИ заработает, появятся регистры, наверное, конечно, у нас появится та доказательная база по реальной практике, которая нам необходима для принятия. Вот, я бы хотел коснуться еще одного вопроса. Мы так попозже чуть-чуть поподробнее поговорим. Но совершенно точно, по-видимому, вот ситуация 2020 года показала, что очень важным является раздел лекарственного обеспечения медицинской помощи, особенно пациентов высокого риска с перенесенными сердечно-сосудистыми событиями. И я думаю, что те постановления правительства и инициативы Минздрава, связанные с внедрением льготного лекарственного обеспечения групп высокого риска, они тоже сыграли очень большую роль в уменьшении избыточной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. И в этой ситуации я бы хотел анонсировать вопрос, мы так договорились, к нашей аудитории, как она вообще относится к этой инициативе Минздрава, необходимо ли нам как-то расширять перечень, увеличивать продолжительность льготного лекарственного обеспечения, которое сейчас активно обсуждается. Поэтому у меня просьба к аудитории, пожалуйста, запустить голосование. И еще бы, Виталий Владимирович, возвращаясь к вызовам системы здравоохранения, связанных с ковидной инфекцией, и нужно, конечно, понимать, что мы попали в необычную ситуацию. С одной стороны, перепрофилирование. Уменьшился коечный фонд для плановой помощи. Вопросы, связанные с диспансеризацией, с лекарственным обеспечением. Вот эти все вопросы, конечно, на первый план начали выдвигать, Павел Сергеевич, дистанционные технологии. Если мы посмотрим и в Российской Федерации, я должен поделиться с вами тоже опытом. А когда мы начинали в Петербурге разговаривать с МИАЦем, с Комитетом по здравоохранению о внедрении телемедицины, то они вначале говорили, что для этого нужны там месяцы, и что у нас это запланировано на 2021 год. Но ситуация развивалась таким образом, что сделали они это за две недели. Поэтому вот, Павел Сергеевич, два слова про телемедицину. Ну, я про телемедицину хочу начать с некого мифа, да, потому что вот когда общаемся, все представители, в частности, IT-сообщества, они говорят о том, что вот у нас очень много ограничений, связанных с применением телемедицины, но на самом деле у нас законодательство в 2017 году, на мой взгляд, совершило действительно прорыв, потому что с точки зрения телемедицинских технологий, первое, они были зарегулированы, они появились в законе. Второе, было четко определено, каким образом они могут использоваться. И в этом смысле там было, по сути, только два ограничения. Это что при первичной консультации нельзя поставить диагноз. Если ты пациента не видел никогда лично, и ты его увидел только Наверное, это правильно, а как по-другому? Совершенно верно. Вот, и здесь, я думаю, ни один врач не возьмет на себя ответственность поставить диагноз, если у него недостаточно информации, если он пациент этого видит первый раз в жизни. И, соответственно, назначение лечения в этом случае. Но при этом такая первичная консультация с точки зрения его маршрутизации, определения там, критериев риска и так далее, она возможна была. И второе, возможно было корректировать лечение, если этот пациент уже, ему диагноз был поставлен. Но, конечно, тут вопрос, с одной стороны, каких-то ментальных
ощущений и практического внедрения. Да, все равно какой-то барьер стоял с точки зрения их массового применения. И здесь мы действительно опять оказались в ситуации, когда здесь риск, связанный с необходимостью самого пациента выхода из дома и его возможности, что он заразит окружающих, и врача, которых не хватало, да, они, собственно, продвинули очень сильно телемедицинские технологии как в модели врач-врач, потому что у нас были созданы дистанционные реанимационно-консультационные центры и для детей, и для беременных, для обычных пациентов с коронавирусной инфекцией. Ну и, конечно же, с точки зрения обычных пациентов, здесь пионером была Москва, которая первым создала центры амбулаторного мониторинга. И с учетом того опыта, который был наработан в Москве, ну просто Москва первая приняла этот удар, да, ковидный, и ей нужно было в массовом режиме быстро реагировать. А мы взяли этот опыт и погрузили в те самые методические рекомендации для создание вот таких телемедицинских центров в регионах для мониторинга амбулаторных пациентов, которые находились на лечении у себя дома. И здесь я хочу сказать, что 1,7 миллиона таких консультаций за это время было проведено. То есть порядка там 300 тысяч пациентов, которые находились на амбулаторном лечении, они были проконсультированы дистанционно. И кроме консультации, здесь возникал вопрос, и в том числе и выписки рецептов, и возникал вопрос, связанный с дистанционным больничным. Эти все вопросы, которые и нормативно удалось отрегулировать в течение этого года, и с точки зрения непосредственно оказания помощи пациенту. Ну, я бы подчеркнул, что вообще вся эта ситуация, цифровизация, это еще хороший пример, как стремительно искусственный интеллект внедрялся в реальную практику. Это правда. Та же Москва, которая стала для нас всех примером создания единых таких центров анализа КТ-изображений, получения второго мнения, вот это все, так, дальше все регионы как бы подхватили это, но мы незаметно, а уже живем совершенно в другой, я бы сказал, парадигме. Это касается и оцифровки клинических рекомендаций, Виталий Владимирович, так, наверное, да? Да, вы знаете, я бы еще хотел дополнить по поводу дистанционных всех технологий. То есть мы понимаем, что если мы говорим про кардиологию, то все-таки это хроническое долго наблюдаемое заболевание с диспансерным наблюдением, с профилактикой и так далее. И, конечно, говорить о том, что это возможно делать без вот таких телемедицинских наблюдений, да, там, дистанционного мониторинга, который, как Евгений Владимирович лучше меня знает, это и артериальное давление, это и нарушение ритма, это и ортостатические какие-то реакции, и это будет в пульмонологии, там, проходимость бронхов, и это мониторирование уровня сахара, и так далее, и так далее. Наверное, завтра все это будет как-то подвержено анализу, сбору и передаче информации, появятся центры управления полетом, или это будет на базе региональных учреждений. Но все вот это вот информационные-организационные технологии, они, по-видимому, все потребуют необходимости их дополнительного финансирования. Хотя изначально, когда мы говорим, что приход этих новых технологий, он должен снизить затраты, потому что пациент не будет ходить к врачу. Врач сможет это делать, мониторировать, например, артериальное давление или ритм сердца. Это будет все делать дистанционно на уровне машины. Но чтобы запустить это, потребуются определенные инвестиции. И сегодня у нас система, она не умеет реагировать на приход вот таких инноваций, которые потребуют сначала каких-то вложений, а потом, возможно, они дадут снижение затрат. Поэтому ковид, безусловно, он в этом смысле поможет. И вообще, когда вот мы знакомимся с работами зарубежных коллег по ковиду, они говорят о том, что наиболее эффективно реагируют на ковид те страны, которые умеют быстро менять свою регуляторику. Потому что в условиях вот таких вот резких, внезапных вызовов, если система очень ригидна, то она не может быстро реагировать, потому что это нарушает это и так далее, и так далее. И вот сейчас, после ковида, мы немножечко должны, наверное, пересмотреть все и научиться, чтобы система и не просто организации, а и финансирование, потому что если мы не создадим правильные стимулы для медицинских организаций и для врачей, то мы не сможем просто на уговорах поменять систему. И вот это тоже, наверное, надо как-то на эту тему думать. Я абсолютно с вами согласен и хотел бы подчеркнуть, что вот цифровизация, конечно, касалась и телемедицины, и клинических рекомендаций, цифровка,
но это нам позволило вообще реально вот посмотреть и внедрять информационно-аналитические системы, так называемые биоаналитика, в каждом конкретном стационаре. Я хотел бы подчеркнуть, что те стационары, которые были готовы, где были работающие медицинские информационные системы, они имели такую возможность в реальном времени контролировать и движение потока пациента в реанимацию или на отделение, и, условно говоря, готовность пациента к выписке, контролирует назначение противовоспалительной терапии. Вот это все очень важно. Это показало значимость вообще всей этой системы и значимость интеграции. Насколько локальная система, медицинская информационная система учреждений, государственная информационная система регионов, связанные с единым цифровым контуром. И мы, конечно, вот я думаю, что и ковид подтолкнул те решения, которые сейчас Минздрав реализовал в онкологии, сформировав вертикально интегрированную медицинскую информационную систему. И мы в 2020 году закончили, условно говоря, такой проект и в области болезни системы кровообращения. Я думаю, что этот опыт – это очень сильный аргумент для того, чтобы улучшить ситуацию с заболеваемостью и смертностью БСК, лучше ее контролировать, интегрировать все системы региональные вместе с Минздравом. Павел Сергеевич, несколько слов о вертикально интегрированной медицинской информационной системе, поскольку вы так уже на вашу долю выпало, словно говоря, внедрение ее в практику и завершение этих проектов. Я, если можно, немножко там подведу к ней, потому что мне кажется, здесь очень важно действительно то, о чем вы говорите. Ведь сама идея и задача цифрового контура в здравоохранении, да, в том, что системы, они не для систем делаются, а для пациента, да, потому что у нас система должна быть пациентоцентричной и обеспечена быть преемственность оказания медицинской помощи на всех этапах. Если говорить и о сердечно-сосудистых заболеваниях, онкологических заболеваниях, у нас есть важные задачи, связанные с ранним выявлением этих заболеваний, реагированием на соответствующие риски и угрозы, и с последующим мониторингом, когда у пациента уже поставлен диагноз, и нам важно не упустить его и принимать необходимые меры для его лечения. Но я бы вот все-таки еще на два слова вернулся к ковиду с вакцинацией, потому что здесь нам еще очень важно, действительно, то, о чем Виталий Владимирович говорил, быстро внедряя инновации, держать ситуацию на контроле. Да? И вот как раз помимо регистра пациентов с ковид, мы сделали тоже к моменту вакцинации регистр вакцинированных, от которого мы уже, собственно, целый ряд сервисов и в сторону медицинского сообщества, и в сторону пациента можем создавать. Потому что понятно, в каких сроках разрабатывалась и внедрялась вакцина и вводилась в гражданский оборот. И нам нужно было очень важно контролировать на этапе ее применения практического, да, те негативные реакции, которые могли происходить. И в этом смысле мы здесь тоже, скажем так, обкатали технологию коммуникации и вовлечения самого пациента в слежение за своим здоровьем, потому что мы сразу предусмотрели, во-первых, интеграцию с порталом госуслуг, потому что вакцинированный пациент получал уведомление и приглашение заполнить дневник самонаблюдения. И у нас, надо сказать, не так мало, 60 тысяч человек уже воспользовались этой функцией, и они сами сообщали информацию о состоянии своего здоровья после вакцинации, чем мы повышаем доказательность, собственно, безопасности и эффективности вакцины. В реальной практике. При этом точно так же мы можем сопоставлять вакцинированных с регистром заболевших и оценивать эффективность вакцины с точки зрения возможности заболевания после первой или второй вакцинации. Да, и мы сейчас видим, что эти показатели, они минимальны, и что вакцина действительно хорошо работает. Вот, поэтому, переходя уже, собственно, к вертикально интегрированных системам, да, вот этот принцип, он, по сути, заложен и там. Потому что, с одной стороны, нам нужно продвигать лучшие клинические практики для того, чтобы каждый врач, который, неважно в какой районной больнице, да, или, собственно, в ФАПе, он получал доступ к самым последним методикам лечения, потому что вот в чем была прелесть методических рекомендаций, которые были выпущены под ковид. Они были едины, и все работали с одним документом. Но в чем на сегодняшний день пока есть недостаток? И недостаток в том, что это все-таки пока бумажный документ. Да? А нам нужно, чтобы это, по сути, был такой цифровой двойник,
клиническая рекомендация или методическая рекомендация, который, по сути, обновляется, исходя из тех практик, которые есть, и может быть погружен в те клинические протоколы и медицинские информационные системы, должен быть доступен каждому врачу, по сути, как такой чек-лист, да, постоянно обновляемый. И в этом смысле вертикально интегрированные системы действительно начали с онкологии, и в прошлом году, вот благодаря вам, сердечно-сосудистые заболевания, да, здесь как раз такой принцип, с одной стороны, это продвижение тех технологий, цифровых клинических рекомендаций, порядков для того, чтобы оценивать, каким образом осуществляется маршрутизация по контрольным точкам. С другой стороны, это оценка в целом службы, да, понимание, в каком регионе, какие недостатки есть с точки зрения эффективности применения, где проблемы с медицинскими организациями, где проблемы с врачами, да, где упускается пациент и так далее. И с третьей стороны, это, собственно, мониторинг хронических пациентов для того, чтобы как на радаре не упустить его, да, чтобы, собственно, помочь после перенесенной, например, сердечно-сосудистой катастрофы, да, подсказывать самому пациенту, как ему лучше организовать слежение за своим здоровьем. И здесь нам нужны вот эти коммуникационные сервисы. У нас вот сейчас запускается отдельное мобильное приложение «Мое здоровье», на которое мы возлагаем как раз большие надежды с точки зрения обратной связи и коммуникации с пациентом. Мне кажется, это очень важно. Это крайне важно, потому что мы всегда, когда внедряем что-то новое, то мы должны понимать, что это даст, условно говоря, нашему пациенту с точки зрения пациента-ориентированного здравоохранения, что это даст врачу и системе управления здравоохранением. Так вот, пациенту это точно даст возможность, условно говоря, иметь возможность получить доступную, качественную, безопасную, эффективную медицинскую помощь. А системе управления обеспечить бесшовную, я бы сказал, интеграцию всех систем. И то, что мне понравилось, вы сказали, цифровой двойник, или как сейчас правильно, наверное, перевод, цифровой близнец, когда мы будем иметь возможность действительно иметь цифрового двойника каждого пациента, анализировать ситуацию, планировать дальше вообще траекторию развития заболевания. Виталий Владимирович, я хотел добавить. Вы знаете, тут интересная получается ситуация, что первично, яйцо или курица, да? Вот что такое информатизация? То есть понятно, что когда мы говорим про цифровой контур, это не должно быть цифровой контур ради цифрового контура. Мы все понимаем, что это все-таки инструмент. И мы понимаем, что если мы говорим про пациент-ориентированность, то в этом смысле цифровизация – это есть инструмент обеспечения вот такой пациент-центрированности. Если мы говорим о движении, то у нас инструмент. Но о чем хочу сказать? Что в других ситуациях вот этот инструмент становится драйвером. Например, когда мы начинаем заниматься декомпозицией, когда мы начинаем заниматься оцифровкой, мы вдруг видим, что для того, чтобы сделать вот эту систему, нам необходимо привести, гармонизировать все существующие документы. Когда бы Минздрав или любой другой орган вдруг занялся этим делом, если его ничего к этому не стимулирует, а как только появляется потребность создавать такие системы, то все вынуждены вычищать эти документы и их гармонизировать. То, чем сейчас мы занимаемся. То есть сейчас большое количество, регламентная служба появилась юристы, которые смотрят нормативное поле и приводят их в единый формат, чтобы они все единообразно зашли вот в эту информационную систему. И здесь ее роль получается не только как инструмент, а как запускающий вот эту вот работу, о которой мы говорим. Здесь есть еще один очень важный момент, который тоже как на наследие ковида, можно так сказать, да, у нас было принято решение и вышло в конце прошлого года постановление правительства про эксперимент, про федеральный регистр медицинских свидетельств о смерти. Это очень важный и, с одной стороны, учетный инструмент, да, но самое главное, он точно так же и медицинский, клинический, потому что первое, это мы туда закладываем инструменты, которые помогут врачам более корректно кодировать причины смерти. Мы прекрасно понимаем, что от кодировки не только статистика зависит, да, но и, собственно, управленческие решения, каким образом нам нужно, значит, действовать в том или ином направлении для того, чтобы сократить как раз смертность от тех или иных причин. Но самое главное, что мы сможем получить, мы сможем, собственно, от, к сожалению, неблагоприятного исхода посмотреть, что к нему привело.
привело. И вот здесь, благодаря этому регистру, вертикально интегрированным системам, мы сможем посмотреть клинический путь пациента и посмотреть, а где была проблема, где произошел недосмотр, который привел в конечном итоге к такому исходу. Абсолютно с вами согласен. И хотел тоже подчеркнуть, что вот действительно вы говорили больше о верхнеуровневых решениях, а если говорить о движении пациента самого, то мы сразу видим траекторию движения пациента и отклонение его, уже говоря, условно говоря, от заданного алгоритма, от методических рекомендаций, порядков. От клинических рекомендаций, от порядка медицинской помощи. Мы ее будем видеть точно, и это будет, что называется, онлайн. Насколько учреждение здравоохранения соответствует порядкам, стандартам медицинской помощи, насколько выполняются клинические рекомендации. И я думаю, что это для повышения качества доступности и снижения смертности это крайне важный фактор. И насколько сам пациент выполняет назначение, потому что мы точно так же понимаем, что не все привержены к, особенно в таком активном возрасте, да, мы часто, извините, забиваем на свое здоровье, да, здесь, если мы будем подталкивать пациента к тому, чтобы обращать внимание на какие-то критические моменты или на прием, например, тех же препаратов, это тоже повысит эффективность. Я вот здесь бы попросил Виталия Владимировича еще раз подключиться, потому что ВИМИС, он же позволит нам действительно и много даст для науки, для научных исследований. А насколько клинические рекомендации работают. Мы их создаем, а потом смотрим, как они внедряются, как они меняют реальную жизнь. Воспринимаются они системой здравоохранения, не воспринимаются. Может, их нужно как-то поменять. Вопросы лекарственной терапии, Виталий Владимирович, вот это уже как бы ваше. Есть область. Такое мое любимое понятие, которое называется оценка технологий здравоохранения. Мы говорили сегодня с Кириллом Владимировичем о том, что есть традиционные подходы оценки новых технологий, клинические исследования, проводимые в реальной, в чистой практике и так далее, и так далее. Но сейчас я думаю, что все исследователи, у них просто уже руки чешутся, когда заработает ВИМИС с накоплением того колоссального массива. Причем хочу сказать, что, наверное, несмотря на определенное желание снизу начать накапливать данные, то есть, например, у нас есть много разных организаций, которые пытаются делать какие-то регистры, делают их для себя, для своих нужд и так далее. Такой опыт есть, например, в зарубежных странах, там, например, в Швеции, когда там очень много регистров, и их очень трудно привести к единому знаменателю. Посыл с центра, который сегодня идет, с точки зрения Министерства здравоохранения, я имею в виду, он сразу создает такие правила, что будет единообразный обмен информацией. И мы выйдем на такую ситуацию, когда в какой-то момент вдруг у большой страны Россия появится очень большой пул данных, который традиционно называют Big Data. И вот с этим Big Data это колоссальный пул информации для оптимизации подходов по лечению, оптимизации схем лечения, оптимизации выбора и привнесения в нашу науку, в наши клинические рекомендации абсолютно новой блока информации, который будет строиться именно на данных реальной практики. Тут мы можем говорить о регистровых данных, тут мы можем говорить просто по тем данным, которые существуют в МИСАх. И я думаю, что когда вот этот массив данных начнет активно пополняться, у нас будет вот такой вот путь кругооборота, когда, с одной стороны, мы сначала будем формировать одни подходы, а потом постоянно в режиме времени их актуализировать за счет накопленных тех данных. Поэтому я думаю, что, Евгений Владимирович, и у вас руки чешутся, и у нас руки чешутся. Сейчас у многих они чешутся по ковиду, потому что уже появилось большое количество информации. Сейчас выходят статьи, научные статьи. И я думаю, лет на 5 хватит этой информации для обсуждения среди ученых, что и как было сделано, что правильно, что неправильно. А когда у нас заработает ВИМИС, то и другие специальности получат доступ к этой информации, которая, безусловно, будет стоить очень дорого и для врачей, и для ученых, и для индустрии, которые на основании этого будут разрабатывать новые подходы по лечению. Виталий Владимирович, вы так невольно анонсировали заключительную часть нашей дискуссии, что общество, скажем, строго говоря, ожидает от внедрения цифровых технологий. И сами перешли невольно к большим данным. Я вот думаю, что вся ситуация сегодняшнего дня, когда все страны, в общем, стараются все-таки стремительно развивать инновационные технологии, и роль науки, она возрастает, мне кажется, что и последствия ковида, и стремительное развитие цифровых технологий заставит нас неизбежно пользоваться большими данными, о чем мы говорили. Поэтому, вот мне кажется, и то стратегия Минздрава на большие данные, она крайне важна. У нас осталось 2 минуты до окончания нашего сессии. Я просто хочу, чтобы вы тоже прокомментировали результаты голосования.
И по результатам голосования получается, что чуть больше 30% говорят о том, что мы справимся с задачами, достигнем цели, если ничего не менять с лекарственным обеспечением. Большинство все-таки аудитории говорит о том, что необходимы перемены. Больше 60% аудитории говорит о том, что нам нужно либо дополнять, либо расширять, либо продлевать. Пожалуйста, Павел Сергеевич. С точки зрения больших данных я просто не могу не отметить, в принципе, с точки зрения цифровизации, веху, которая у нас произошла буквально на этой неделе, потому что был принят приказ, который позволяет медицинским организациям отказаться от бумаги. То есть это, я считаю, революционная вещь, потому что до этого, к сожалению, несмотря на всю цифровизацию, все равно они дублировали это в бумаге. И это подтолкнет к переходу на электронные взаимодействия и к увеличению количества тех самых данных, которые нам нужны для анализа. Но здесь очень важный момент, что нам же не нужны и разработчикам таких сервисов, абы какие данные. Очень важно формировать качественные датасеты. И медицинские данные, в отличие от, например, картинок, да, в интернете. Здесь важно, чтобы медицинское сообщество занималось вместе с нами разметкой этих данных. И когда у нас будут качественные датасеты, я думаю, мы создадим очень много технологий, в том числе на сервисов на использование искусственного интеллекта, которые в том числе помогут. Дорогие коллеги, мы завершаем нашу дискуссию. Я хочу поблагодарить моих собеседников. Огромная благодарность за очень интересную, хочу подчеркнуть, откровенный разговор. Я, в общем, сам по природе оптимист, смотрю с оптимизмом в будущее и понимаю, что информационные технологии позволят действительно уравнять в правах и развитые регионы, и не очень развитые, сделать доступной систему здравоохранения, и является мощнейшим инструментом для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, главным образом с акцентом на больных высокого риска, где мы можем осуществить и телемедицину, и мониторирование, и контроль витальных функций. Это, в общем, мне кажется, очень важный залог для того, чтобы достичь те задачи, которые поставлены президентом на национальном проекте. Спасибо всем огромное. Спасибо. И я надеюсь, до встречи в следующем году на очередном Гайдаровском форуме. Спасибо.